Ну что, на этот раз, ребятушки, мы сели на трамвайчик. Здесь очень полно народу, и я думаю, что русский язык тут не приветствуется. Вот. Ну что поделать, мне надо видео делать. Посмотрите, посмотрите здесь наши всякие старенький трамвайчик, мол, старенький. Понимаете? То есть к суперге еще и подводится вот такой вот, извините меня, рельс, понимаете? То есть, о чем это говорит? Это какая-то мощная система. Поехали. Я начинаю. Vamos. Смертельный номер. Вам магия. Смотрите стены, посмотрите стены. И эти стены, они такие будут все с дырочками до самого конца. Ребятушки, он назад едет, представляете, ужас какой, да, кошмар. Я вообще обкакалась уже, описалась. Смотрите на рельсы, я уж как могу снимаю. Какой кошмар. Смотрите наши зеленые штуки тоже. Все это наши, да? Видите, вот эти вот зеленые, которые тоже конусом. Рядушки, он забыл сумку. Смотрите. Все, поехали, блин. Я говорю, что, ребята, нехороший какой-то знак, блин. Возвращаться назад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Колонны.
тайные ходы там. Мегалитики. Он мне сказал говорить громче. Ребята, видели кривой дом? Это вообще, он просто практически на 45 градусов лежит. А я тут тихо стараюсь говорить, чтобы меня тут не слышали. Туннели, вон колодцы идут вниз. Обманчиво по логи, понимаете? Обманчиво по логи. Называется, тише едешь, дальше будешь. Либо пьяно, либо лунтано.
Галя это рот поняла. А парке? Но он ведь эти парке. No, però non è per questo, non è per lui, ma perché un re così stranamente infinito, io so la risposta, però non vi dico perché non vi piacerà. Ah, Sarki, вот ну я сюда вижу. Туннельчик, видите, какой красавчик, а? Красавчик, кстати, как в метро у нас. Абсолютно такая же форма. Ребята, это вообще невероятно. Я не могу, видите, включить этот невероятный турнель. Эмольдос Амилия Туннель Дие Алье. Очень похож на туннель Алье. Невероятный туннель. Видите, тоже кривой, да? Все криво. Все, вот как-то все криво. Стена, я буду с той стороны вам покажу. Стена с этой стороны, да. Начнется.
Qualsiasi momento, in qualsiasi condizione, qualsiasi... E ti mando, questo mi sembra di nuovo mi è uscito da questo blogger, che lui dice così, che dovete andare, non aspettare un bel tempo, там был вход, рядышки вход никуда, потому что с одной стороны была арка, а с другой стороны... Thank you.
рядом ставить. Вообще такие, ребята, такие просто расщепления тут. Удивительно, да? Ну и супер-супер. Супер. Все, пока выхожу, ребятушки, пока-пока.